Около 1000 человек ищут 5-летнюю девочку, пропавшую в воскресенье под Нижним Новгородом. Она приехала к родственникам в деревню и, оставшись без присмотра, самостоятельно ушла в лес. В поисковой операции участвуют сотрудники правоохранительных органов, спасатели, волонтеры, в том числе из других регионов. Нашими волонтерами найдены свидетельства, это следы маленькие. Ребенка найдены были фантики от конфет, которые видно, что ребенок откусывал. Эти свидетельства отрабатывались в полиции. Во время поисков волонтеры наткнулись на медведя. Знак, конечно, пугающий. Хищника отогнали выстрелами. В небо подняли вертолеты и беспилотники. Они сейчас тоже участвуют в поисках.